DJ Savior presents Electroshock. Добрый вечер. Раз в неделю в это время мы в одной компании встречаем уикенд в студии диджея Руслан Север. И добро пожаловать на Electroshock Show. В ближайшие два часа танцевальные релизы недели гостями станут талантливые продюсеры из Нижнего Новгорода, проект Moonbeam. Это территория программы «Электрошок». Первая композиция позади. Работа от звезды прогрессив хаус сцены из Канады Deadmau5 «Hearts and Stuff» обрела вокал от Robbie Swire. Подробно о планах шоу я расскажу через несколько минут, а если быть более точным, сразу после релиза от, без сомнения, от одного из самых талантливых хаус-продюсеров планеты из Британии Джоа Негра. Это его ремикс на трек «Walking on a Dream» от «Empire of the Sun». Напомню, плейлисты на www.electroshockfm.ru, там же и архив программы, все выпуски в формате MP3, доступны для свободного скачивания. Отмечу тот факт, что в сентябре месяце гостями программы стали Люк Чебл, Никитин и Семикашев, диджей Саша, поэтому, если имеются пробелы, закрывайте их на www.electroshockfm.ru, качайте и слушайте архив программы. Calling up.
Пришел уикенд, это Электрошок Шоу. Еще раз добрый вечер, настраиваемся на нужный лад, продолжая представлять релизы недели на очереди. Трек от продюсера из Италии, который обрел свой саунд и достойно представляет танцевальную хаус-арену своей страны. Речь идет о Фанзерелли, а пока не зазвучала его новая композиция «Free Your Mind», вкратце о планах. Сегодня все традиционно. Первый час представлен тремя разделами и интромиксом, который сейчас в эфире. Новинки хаус-цеха звучат именно здесь. Эксклюзив. Это следующая глава. Сегодня состоится премьера от молодого продюсера из страны восходящего солнца Шингена Кумара. Уверен, вы будете приятно удивлены. Первую же половину шоу закроем классикой танцпола в разделе Music Like Old Times. О планах на второй час вы узнаете совсем скоро. Скажу лишь одно, что в гостях будет проект из Нижнего Новгорода. Звезды российской танцевальной сцены, достойно ее представляющие в Европе, проект Moonbeam. We'll be right back.
Вы слушаете «Электрошок». Территория распространения программы более 40 крупнейших городов России. Уикенд грядет везде, и в Питере, и в Кургане, и в Казани, и в Уфе, и в Москве. Всем привет! А чтобы вам было более комфортно готовиться к вечеринкам в студии раз в неделю в это время, со своим музыкальным багажом появляюсь я, диджей Руслан Север. И у меня небольшой сюрприз. Давайте несколько изменим музыкальную палитру. Итак, пару капель качественной электроники мимо такой работы пройти не мог на этой неделе. Француз Антонио Гонзалес под ником M83 выпустил просто потрясающую работу Team Edge. Делюсь ее с вами. Делюсь также, конечно же, своим отличным настроением. Это «Электрошок Уикенд», друзья, пришел.
vibes. To rock your body. DJ Savior presents Electroshock. Максимум современной хаус-музыки звучит в электрошоке. Вы в компании диджея Руслана Севера раз в неделю в это время. И продолжаю знакомить вас с новинками недели. Прежде чем представить следующую композицию, несколько слов об одном важном действии, которое взяло начало несколько недель назад в интернете. Ресурс DJ.ru начал ежегодное 8-е по счету голосование за звание лучшего диск-жокея России. Только вы определяете, кому возглавить топ в этом году. Ссылку на голосование вы найдете на официальном сайте программы electroshockfm.ru. Будьте активны, помогайте своим любимым артистам. В студии диджей Руслан Север. Далее ремикс от немецкого музыканта, нынче проживающего во Франции, Фреда Фальке на Робби Уильямса и его песню «Bodies», воспитанных на электронной музыке 80-х. Душа дрогнет, мурашки пойдут по телу, обещаю.
Плейлисты программы найти просто по адресу electroshockfm.ru. Там же вы найдете и ссылку на MP3-архив. У вас есть возможность пополнять свою фонотеку с записями новых выпусков радиошоу. Каждый понедельник добавляется последний выпуск «Электрошока», а вам остается только его скачать и прослушать в любое удобное время в компании Руслана Севера. А я снова меняю стилистику. Теперь реверанс в сторону любителей хаос-музыки. Новый ремикс от Тома Нови. Комментарии чуть позже.
Больше половины программы позади, уже достаточно скоро в эфире зазвучит гостевой сет. Его специально для слушателей программы «Электрошок» записали братья Хвалеевы, более популярные как проект «Moonbeam», сразу же после своего очередного турне в Европе. Подробности об их творчестве из интервью в начале следующего часа. Тем временем позади композиция «You» от британцев Стима Мака и Пола Хэрриса в ремиксе немца Тома Нови. А далее еще одна новинка. Опять же, трек записан в оригинале на островах в Британии Filthy Richem и Джеймсом Фичем. Речь идет о композиции «Lesson One», а ремикс на этот раз пришел из Голландии от Gabriel и Castellon. Talk around.
Electroshock with DJ Severo.
Можно сказать, что первый раздел позади, интромиксу пора и честь знать. Его закрыл работой Let's Be Young от Квенти Харриса сразу после рекламы, премьера из Японии. Обязательно дождитесь ее, мои рекомендации. В студии Руслан Север, не прощаюсь. Do you wanna hear the top music? The number one electroshock. Завершается электрошок в студии диджея Руслан Север. Еще раз добрый вечер, друзья. Впереди уикенд, я вас с этим поздравляю. А также впереди премьера, эксклюзив. Работа пришла из Японии от Шинго Накамура. Трек называется «Nothing». Очень красивая композиция. Через 5 минут классика танцполов, а еще через 10 минут гостевая. Сегодня, напомню, моими собеседниками станут Moonbeam. Hi, this is Tom Morgan. Hey everybody, I'm Sam McLanaberg and you're listening to Electroshock. We'll be right back.
This is Benny Benassi from Italy. Hi, this is Jody Wistanoff. Hi, this is Martijn de Velder. This is Deadmau5, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sever. Продолжается электрошок. Именно в рамках этой программы мы встречаемся еженедельно в 40 крупнейших городах России в FM-диапазоне. В студии диджей Руслан Север, и первая половина программы практически позади. Самое время рассказать вам о планах на второй час. Он будет состоять из 4 рубрик и таких разделов, как трек недели. Эта глава закроет программу. Ей будет предшествовать эксклюзив в блоке, посвященном творчеству российских музыкантов с красноречивым названием «Сделано в России, Made in Russia». Также в следующем часе хат-микс, в котором прозвучат будущие боевики танцплощадок и, конечно же, гостевая. А этот час закрывает рубрика «Music Like All Times». Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old times. Итак, сегодня на эфир захватил просто замечательную работу. Классика на все времена. Это ремикс Дэнни Тинагли на Kings of Tomorrow. Finally. Вокал принадлежит Джулии Макнайт. Работа вышла 10 лет назад. И в 99 году на зимней конференции в Майами стала треком года. DJ Sever, rock on. Here we stand at beginning, and in goes passing us by, and I can't dream for us all. Hi, this is Tom Norvian. Hey, everybody, I'm Sam McLanaberg, and you're listening to Electroshock. Thank you.
marches on, never ending. Time keeps its own time. Here we stand at the beginning, and end goes passing us by. And раз в неделю, в преддверии клубного уикенда, я с вами в одной компании. Это «Электрошок» в студии диджея Руслан Север. И пора, друзья, нам распечатывать второй час программы. На очереди гостевая. Еженедельно в ней принимают, пожалуй, самые интересные артисты электронной танцевальной сцены. Только в сентябре месяце ими стали диджей Саша, Люк Чебл, Никитин и Семикашев. На прошлой неделе приняли участие швейцарцы, прогрессив хаус мафия из Цюриха. Но в действительности в отечестве также есть свои герои, поэтому я сегодня в этот раздел пригласил братьев Хвалеевых из Нижнего Новгорода, более популярных по проекту Moonbeam. Их проект стартовал в 2003 году и за это время проделал немалый путь как в творчестве, так и в прямом смысле этого слова. Они выступили практически на всех континентах. Недавно пати с их участием прошло во Франции, и вечеринка прошла на 5 с плюсом. Что ж, я думаю, пора раскрывать секрет популярности. Он очень прост. Они пишут и пропагандируют отличную музыку. В этом вы убедитесь очень скоро. Я же даю возможность Павлу, одному из участников, рассказать о их проекте, поделиться новостями, как говорится, от первого лица. Добрый вечер, меня зовут Павел, и я являюсь одним из участников проекта Moonbeam. Музыкой мы занимаемся достаточно уже давно, порядка, наверное, лет 10. Однако официально под названием Moonbeam была подписана пластинка на португальском лейбле Fidme Records в 2004 году. Это, я думаю, был неким стартом. Также последовало в том же году первое выступление, лайв-выступление в городе Цюрих, и далее несколько подписанных пластинок. Сложно сказать, кто именно, скажем так, направил нас в электронную музыку. Наверное, это были такие проекты, как Daft Punk, Prodigy, Rykzop, и не совсем танцевальные проекты, такие как Portishead, Bjork, наверное, конечно же, Radiohead. Кстати говоря, о Том Йорке, который выпустил уже давно, по-моему, года два назад сольный свой альбом. Вот этот альбом как раз отличается именно больше электронным звучанием, нежели когда он выступает с Radiohead. Именно, наверное, это меня и цепляет. Что же касается именно первого трека, я бы даже сказал, наверное, ремикса, который именно дал некий прорыв, и после чего люди стали, наверное, более узнавать наш стиль, чаще играть нашу музыку. Это был ремикс на Jiva Fit Rula Timelapse Moonbeam Remix, который был выпущен на лейбле Pure Substance в Азии. Именно этот ремикс попал сразу в компиляцию Global Underground к Шарому. Этот ремикс отыграли в своих радиошоу очень многие топовые диджаки на тот момент.
Сейчас, конечно, работы очень и очень много, так как приходится заканчивать новый альбом, который выходит в 2010 году. Также мы не забываем и техно-сторону от Moonbeam. Подписана уже новая пластинка на лейбле Drum Shuffle Platten, которая выйдет также в январе 2010 года. Ну и, конечно же, мы на каждый релиз стараемся подготовить новые видео. По поводу выступлений хотелось бы сказать, конечно, спасибо нашим фанатам, которые постоянно, где бы мы ни выступали, Европа, Америка, Австралия, Япония, Россия. На каждое выступление приходит очень много людей, которые действительно ценят нашу музыку и поддерживают. Буквально недавно мы вернулись из Марселя, выступали в клубе «Спартакус». Это очень интересное место, так как транс-сцены во Франции в принципе нет. Поэтому мы выступали в техно-клубе. В этом клубе выступали такие техно-звезды, как Свен Ватт, Ричи Хоутин, Рикардо Вилла-Лобос, Дабфайр. Мы стараемся каждое наше выступление сделать несколько индивидуальным. Так, кстати говоря, в миксе, который будет звучать, звучат треки, которые выпущены на наших лейблах Moonbeam Digital и Moon Tribal и Disom Records. Это некий эксклюзив. Микс достаточно мягкий и приятный. Хотелось бы, конечно, сказать большое спасибо всем радиослушателям программы «Электрошок». Мы будем вас радовать в дальнейшем. Будем стараться несколько экспериментировать и привнести новые оттенки звучания от Moonbeam. Информацию о выступлениях и гастролях можно узнать практически на всех доступных интернет-ресурсах, таких как PromoDigi, ВКонтакте, MySpace, Moonbeam.ru. Новые видеоролики можно посмотреть на YouTube. Спасибо большое и приятного прослушивания.
Привет, меня зовут Павел. Я являюсь одним из участников проекта Moonbeam. И вы слушаете «Электрошок». Hi, this is Jody Wistanoff. Hi, this is Martijn de Velde. This is Deadmau5, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sever.
Hi, this is Sultan, and you're listening to Electroshock with DJ Severo. We'll be right back.
Hi, this is Tom Morgan. Hey, everybody, I'm Sam McLanaberg, and you're listening to Electroshock. Это электрошок-шоу, и до этого момента в гостевом разделе в эфире звучал микс, подготовленный специально для вас проектом Moonbeam. С вами диджей Руслан Север, и хочу сказать, что с проектом Moonbeam мы сегодня не прощаемся сразу после хат-микса, который грянет после рекламы. Эксклюзивная премьера в Made in Russia. Дело в том, что моими гостями проводился конкурс ремиксов на ресурсе promodj.ru, и более 700 работ было записано, и только одна получила наивысшую оценку. Данное произведение сегодня и будет представлено в Made in Russia совсем скоро. Оставайтесь со мной в компании. DJ Sever presents Electroshock. Пятница вечер, здравствуйте, друзья! Уикенд пришел! Я желаю вам провести его как можно лучше, не сидите дома. Выберите вечеринку по вкусу и вперед с друзьями отплясывать! Это электрошок-шоу и максимум современной популярной электронной музыки, появившейся за неделю на планете, звучит здесь. Далее, хат-микс, и, как следует из названия, именно здесь звучат бомбы танцполов. Начну с работы «Dumb» от The Martin Brothers. DJ Sever, rock on.
second, is it? Hi, this is Tom Norvian. Hey, everybody, I'm Sam McLanabook, and you're listening to Electroshock. Плейлисты программы на electroshockfm.ru, там же вы обнаружите ссылку на MP3-архив. У вас есть возможность пополнять свою фонотеку записями новых выпусков радиошоу на этом сайте каждый понедельник. Кстати, на прошлой неделе появилась моя страница и на промо-диджей, теперь записи эфиров размещаются также и там. В общем, как вам удобно, так и поступайте. Добавляйте в друзья на промо-диджея Руслан Север, набирайте латиницы в одно слово. Также доступен ВКонтакте, Фейсбуке, фотоотчеты, видеоотчеты. Все это для вас, ну и, конечно же, самое главное — общение.
Бинго-плеер с треком Devotion попали под ремикс популярнейшего продюсера из Германии Патрик Лафанка. Еще одна работа в запасе в хатмиксе. Прежде чем ее заявить, информация для тех, кто недавно в нашей компании, несколько слов об всероссийском интернет-голосовании. Ресурс DJ.ru начал 8-й раз принимать голоса за звание лучшего диск-жокея России. Как всегда, голосование продлится с сентября по декабрь, и только вы определяете, кому возглавить топ в этом году. Ссылку на голосование и подробности вы найдете на официальном сайте программы www.electroshockfm.ru. Будьте активны, помогайте своим любимым артистам. Далее. Новая работа Deadmau5, который для поклонников с данной композиции предстанет, я думаю, совсем в другом обличии. Работа называется «Soma». Сразу после нее горячий эксклюзив «Made in Russia». Hello, this is Benny Benassi from Italy. Hi, this is Jody Wistanoff. Hi, this is Martijn de Velde. This is Deadmau5, and you're listening to Electroshock Radio with DJ Sever.
Hi, this is Taylor Garcia. Hi, this is Mustafa. Hi, this is Sultan, and you're listening to Electro Shock with DJ Severo. Exclusive track on Electroshock. Завершается Электрошок в запасе чуть менее четверти часа. Сегодня у меня в гостях были, напомню, проект Moonbeam. Они проводили конкурс ремиксов на песню Storm of Clouds совместно с таким популярным ресурсом, как promodj.ru. В конкурсе принять участие отозвались более 700 продюсеров, как начинающих, так и уже с именем. И вчера были опубликованы результаты. Только вы первыми в Электрошоке можете слышать работу, которая удостоилась первого места. Это ремикс от Алекса Фролова из города Сыктывкар. В Республику Коми высылаем респект и, конечно же, слушаем. Thank you.
подняться вверх посмею, и душа немеет. Небо для птиц. Невозможно знать, сколько дней и жизни облакам с нами плыть. Жить без мыслей мы привыкли. Открой глаза, проснись. Hi, this is Taylor Garcia. Hi, this is Wolf. Hi, this is Sultan, and you're listening to Electroshock with DJ Severo. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Заканчивается «Электрошок». Встретимся с вами в эфире ровно через неделю. До сего момента в студии был диджей Руслан Север. Напомню о том, что в понедельник на сайте программы возможно будет скачать запись всего эфира. Вам остается только запомнить адрес. www.electroshockfm.ru. And finally, number one. А мне осталось представить трек недели. Напоследок дарю. Лучшее, что появилось за минувшие 7 дней, без всякого сомнения, это новый ремикс на израильтянина Гай Джи, который, кстати, принимал участие в летней сессии, от Хенри Сайза, талантливого продюсера из Испании. Релиз вышел на лейбле Джона Дигвита «Bedrock». Приятного вам прослушивания. До сего момента вы были в компании диджея Руслана Севера. Примите мои наилучшие пожелания с пришедшим уикендом. Будьте умными, красивыми и счастливыми. До встречи на танцполах и ровно через неделю в эфире. Чао. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Sebastian Leger. Hi, this is Tom Novian. Hey everybody, I'm Santa Kleinberg and you're listening to Electroshock.
Electric Shock.